вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Давай девятого, чё? Сейчас дам. Солнце встанет, клевать не будет. Ночью будет надо. Езжайте, ребята, спите нам. Днем. Днем спите, ночью рыбачьте. Контачьте. Контачьте. Опачки. Что я шепчу, только что работал мотобором. Он не проснулся. Значит, крепко спит. Сегодня, получается, мы спали по 3 часа. Я лег в 12, Саня в 12. Проснулись в 3, выехали в 4. Ну, я не люблю днем спать. Буду спать ночью. На пятачке рыба заканчивается. Надо что-то разбуривать. Он пробурил сейчас. Что, 4 свежих лунки. 5. Опа. Обозарил, была поклевка. Угу. Блин. Улет вот мне. Что-то не крупный клевал. Ну ничего, в принципе, порыбачили мы даже. Он за полдня. Я вам скажу, прям отлично. Для этой реки мы порыбачили отлично. У нас завтра целый день. Завтра поедем в Низовье проверить там, что да как будет. Главное нам переночевать, чтобы избушку никто не занял. Остальное все по барабану. Рыбу мы найдем однозначно. Это маленький какой-то клюет. Смысла нет стоять. Идем дальше. Тут у меня еще вот эта лунка, та лунка. Потом там еще я две пробудил. Буду пробовать двигаться дальше
искать. Может, еще нарвусь на такой клев, как был. Была поклевочка. Походу я ее профукал. Берет очень слабо после обеда. Сели маленько, пообедали, перекусили, выпили за великий праздник, за День Победы. Закусили черным хлебушком. Ох ты, ё-моё, нифига себе. Я не знаю, видно вам, нет, но солнце прям в кругу. Вообще классная фиговина. Блин, прям просится сфотографировать. Идем за фотоаппаратом. Опа, нашел еще рыбку. Так, значит, будем бурить тут. Расклюнуло. Сейчас обловлю эту лунку и буду бурить. И надеюсь, что ловите. Любимая река дает рыбы. Всегда. Голодный не останешься. Малосольчика Саня поели на обед. Он присолил одного. И мы его чик-чик покушали. Вкуснотень. С обеда клев утихнет. Слабенький будет вообще. Шесть лунок буришь, бур греется очень, значит, уже хорошо тепло, прям в куртке жарко, но если снять, то продует. Уже пробовал. Я бурю. Попробуем, может, повезет. Фига, метку загнал. Попробуем, буранем. Ну что, 6 лунок пробурил, будем пробовать. В этом месте нет-нет, какой-то сезон. Повезет, очень неплохо клюет. Посмотрим, что в этом году. Когда здесь ловится, прям балдежно, клев хороший бывает. Так, ну тут ни одной поклевки.
Под льдом получается воды практически нет. Сантиметров 5. Еще не промыло. Рыба сюда не пришла пока. Будем искать. Дядькино бывшее жилище. Еще стоит маленько. Но уже доживает свое. Берлога. Совсем тут уже все печально. Но на крайняк можно переночевать, перетоптаться. Ух-ух-ух. Сколько времени было когда-то в ней проведено, когда она была хорошая, высокая, большая изба. Очень давно. Вознаменование Дня Победы. Салют! Блин, смотри, аккуратней, самолет упадет. Жги. Жги. С Днем Победы. Слушай, они ничего так резко стреляют. Ну, мы дома. Вот так сегодня прошла праздничная рыбалка. В основном неплохо. Будем обустраиваться, ужинать и спать. Парусник. Ага. Сибирский парусник. Ну да. Нафигня тут что, по речке проскочим, посмотрим, может, что где.